Всем привет! Пришли несколько посылочек с AliExpress. Так, и начнем, наверное, с этой, которую доставили прямо в почтовый ящик почему-то. Так, здесь находится вот такие пиндюлинки, которые держат USB провода. Можно и на стену, и на стол, и в машину. Такой вот, в принципе, смысл. Провода там не падали со стола, не перекручивались. 8 штук. Все верно. Здесь двухсторонний скотч. Принцип как бы такой. Приклеиваем сюда вот, и все, оно никуда не денется. Такой, в принципе, принцип. Так, следующее. По этой посылочке шла она 17 дней и стоит $19. Трек номер не отслеживался. Так, здесь аксессуар в автомобиль, держатель телефона, стоит $21. Шла ровно один месяц. Так, номер также не отслеживался. Так, здесь пусто. Похоже на ручку дверную. У кого не электроподъемники. Так, вставляется этой в решетку обдува. Можно так, можно так. Кому как нравится. Я его брал себе, чтобы использовать телефон в качестве навигатора. Так, это резина. Это тоже резина. Ну, в принципе, достаточно хорошо прижимает. Так, это есть. Так, следующее, что здесь? Поступило в поврежденном виде в учреждение обмена. Дополнительно оклеена именным скотчем Белпошта. Так. Этот номер тоже не отслеживался. Так, здесь знакомый заказывал мазь себе. Ну, открывать, наверное, не будем. Чуть-чуть помялось. Так. Здесь все пусто. Так, следующее. Так, здесь трек номер тоже не отслеживался. Здесь детский конструктор должен быть. Стоит $2.28. Шла 28 дней. Конструкторик мелкую моторику хорошо развивает. 150 штук должно быть. Что сомневаюсь, что здесь 150 штук. Если не будет, значит будем открывать спор. Но здесь не написано, сколько здесь штук. Так, это есть. Так, и здесь батарейки аккумуляторные. Должно быть 12 штук. Стоит
$10.64. Это вместе с доставкой. Доставка где-то около, по-моему, $2 была. И шли они 25 дней. Так, 4. 4. 4. Так, все верно, 12 штук. Так, поставьте нам 5 звезд, просят. Так, вот такие батарейки на 3000 миллиампер. Ну, там их и не будет, 3000. Вот такие посылки. Ссылочки на них будут в описании.